Своего рода гимн весне и женской красоте исполнили музыканты оркестра «Росгвардии». Импровизированный концерт в одном из торгово-развлекательных центров столицы стал отличным подарком в праздничный день. Фантастический заряд положительных эмоций с самого утра. Свободное пространство вокруг сцены быстро заполнилось зрителями всех возрастов. Коллектив оркестра Росгвардии «Волжские берега» исполнил несколько известных российских и зарубежных композиций. Начальник военного оркестра лейтенант Антон Покорский от имени мужской половины поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта. Концерт прошел при полном аншлаге.